Наступила зима, холодное время года. Какую обувь выбрать? Самая лучшая обувь зимой, все-таки не та, в которую мы ходим, потому что вот эти кожаные подошвы, высокие каблуки только травмируют ступню, особенно в голове. И промерзают на морозе, и мы, хотим того или не хотим, начинаем мерзнуть. От этого у нас возникают простуды и прочие-прочие недомогания.